Лицеист Одесского военно-морского лицея получил 4 медали на соревнованиях по боевому гапаку. Двукратный чемпион мира Арсен Тишковец, лицеист военно-морского лицея, завоевал 4 медали по боевому гапаку на соревнованиях, которые проходили в Хмельницкой области, сообщает Думская.нет. Министерство обороны Украины сообщило информацию про количество дисциплин. Участники соревновались между собой в 4 дисциплинах – однотан, тан-поединок, забава и борня. По однотану одесский двукратный чемпион мира получил серебряную медаль. За другие же дисциплины Арсен получил золото. Для этого бойца боевой гапак не только спортивное, но и духовное воспитание. По его словам, они учат казацкие обряды и традиции, поют песни давних запорожцев. Лицеист шел к такому высокому уровню подготовки тернистым путем. И даже достигнув одной цели, он не останавливается, а ставит перед собой следующую, даже выше предыдущей. «Надеюсь, что в ближайшее время смогу поднять свой уровень «Сокол» до «Ястреба», — говорит лицеист Тишковец.